Коллеги, Томми, вам тогда хотим отправить. Томми, ваше впечатление, you most surprised this game? Спасибо. We started a little bit slowly today, but after that, I think it's a solid hockey game. They had a good, really good PK, good goalie, and first line, they were on fire today. Немножко медленно сегодня начали, однако потом хорошо в игру включились. Я думаю, составляющая сегодняшнего успеха – это, в первую очередь, хорошая игра голкипера, наша отличная игра первой тройки, плюс она сегодня была в огне, и плюс хорошо сыграли в меньшинстве. Я думаю, что, вот, наверное, это краткий итог матча. Коллеги, ваши вопросы. Добрый вечер, можно? Да-да-да. Здравствуйте, Азамат Шулуков, медиакарсель. Томми, вы довольны качеством игры в третьем периоде? Как и против автомобилиста, соперник был более активен, Салават мало бросал, но на сей раз выиграть удалось. Можно ли сказать, что именно это вы хотели видеть в Екатеринбурге, но тогда не вышло, а сегодня получилось? I think we played good third one today. I think first 10 minutes of the they didn't have anything. We controlled the game like we wanted. I think it's always like hockey is a momentum game, and they wanted to score. And those moments, I think we defended really well together. And like I said before, goalie played excellent game. So I'm satisfied how we played, and we score a goal. I think that's a big thing. Думаю, самое важное, что он должен забить. Сегодня, минут 10 первых, мы вообще великолепно играли. Сопернику не дали ничего создать. Однако хоккей – это игра моменты, поэтому они очень хотели забить, да, они что-то смогли создать. Но здесь я, наверное, хотел бы, в первую очередь, выделить нашего голкипера. Плюс нам удалось атаки соперника сдержать и тем более отличиться. И я думаю, что мы довольны. Россияне долго не забивают. В частности, Кугрышев уже один с матча забросить не может. В чем проблема? Не считаете ли вы, что Кугрышева пора вернуть во второе звено? We'll see how things go in, and we have now a lot of guys out of lineup. There's the guys with the national team and a couple of injuries. So let's see what we need to do. But for sure, we need guys also behind the first line. Who score goals? Да, согласен с тем, что нам нужны игроки, которые будут помогать первой тройке нападения, реализовывать свои шансы. Что касается Кугрышева, посмотрим по этой ситуации, потому что тут вот это есть в сборную, плюс молодые парни уехали в сборную, тем более у нас, как бы, в принципе, вот это был перерыв, чтобы подготовиться. Но я думаю, что мы сейчас поработаем над этим сочетанием, но вполне уверены. В каком состоянии Панин и Воробьев после травм? Есть ли вероятность, что они с Магниткой сыграют? Еще один вопрос будет. Последний. I think Воробьев. I don't believe Криса Панин. Может быть, Воробьев сыграет, что касается Панина, такой знак вопроса пока не дает. Завтра в КХЛ дедлайн. Будете ли вы еще пытаться кем-то усилиться, или на этом закончена трансферная кампания Салавата? Спасибо. We'll see. We have a little bit of time left, so we'll see what is going. Будем смотреть, как будет ситуация продвигаться. Не так много времени осталось, поэтому посмотрим. Коллеги, еще вопросы есть? Спасибо. Николай Николаевич Заворухин, главный тренер хоккейного клуба «Сибирь». Николай Николаевич, ваши итоги игры? Ну, хорошее начало было игры, где тогда были шансы забить гол. И, наверное, сегодня в игре не хватило лидера. Команда соперника решили сход матча. Хотя имели в третьем периоде там по броскам вроде 1-4. Хорошие шансы были. Не воспользуются этими шансами. Ну, и еще раз повторюсь, не хватило лидеров, которые должны были повести команду с собой. Спасибо. Коллеги. Николай Николаевич, здравствуйте. Вот вы сказали про то, что не хватает лидеров. У вас есть еще понимание, что происходит с финнами, в частности, с Роухомой? Потому что, ну да, ездили на Евротур, но и до этого в игре какая-то расслабленность, какая-то небрежность присутствовала. Вот в чем, как вы думаете, причина? Спишем это на Евротур. Окей, Евротур. Но не считаете, что сегодня как-то эмоций не хватало? Как-то такое ощущение, как будто буднично прошел матч? Да не, был хороший настрой, хороший первый период, хорошее движение было у команды. Не скажу, что в этом каких-то эмоций не хватало. Конечно, может быть, не хватало какой-то драки, да, не может такого. Чтобы перевернуть игру, это, может быть, да, не хватало. И нужно было это сделать. Ну, и могла игра перевернуться. Но хотя по броскам, по статистике, как бы,
надо использовать, да, большинство, я считаю, особенно, которое было там за 6 минут. Забивайте гол и сравните игру. То, что стал, забил нам большинство, мы забили. Вот на определенном этапе вы практически каждый матч выставляли новое четвертое звено, проводили достаточно такую активную ротацию. Вот за эти три матча нападение, по-моему, вообще не менялось. Почему вот отказались от такой ротации? Как бы игроков здоровых сейчас нет или в чем-то другом причина? Ну, правильно ответили, да, большинство там ребят больные, да, и из-за этого надеялся, что сыграли, в принципе, в хорошей форме, ребят, и думаю, сыграют сегодня, пока что лучше игру, но еще раз. Не хватило лидеров. А вот болельщики спрашивают, ну, очень интересуются, надолго уже пропали из состава Санников и Первушин. Про Первушина были слухи, что он покинет команду. Вот их статус проясните, пожалуйста. Они тренируются, они здоровые. Ну, в общем, как, что по ним можете сказать? Они не здоровы, еще недели, наверное, 2-3 их не будет. Милозоров то же самое? И последний от меня вопрос. Понятно, что спрашивали уже про легионера, но завтра дедлайн. Ничего не прояснилось? Ждать не стоит иностранца? Это вопрос не ко мне. Может быть, вы обладаете информацией? Я не обладаю информацией. Спасибо. Олег, еще вопросы будут, Владимир Дмитриевич? Добрый вечер. Да. Замар Шелуков, медиакарсеть. Вы недавно Седикова подписали. Понятно, что вы хорошо знаете его возможности. Можете прояснить, когда он дебютирует, чего ждете от него, в какой роли будете использовать? Ну, посмотрим, он играл в высшей лиге, и посмотрим уровень, посмотрим, как он с командой на тренировку будет, и, надеюсь, в ближайшие игры сыграет, какой роли, но в одно время там лучшим бадером был в высшей лиге, правда, у них хватает этих голов, и, возможно, он нам поможет. Томми Ламса высоко оценил игру Данила Тарасова сегодня. Вы можете согласиться, что вратарь Салавата сегодня, ну, был одним из ключевых факторов, по которым вы сегодня проиграли? Ну, он здорово сыграл на последнем рубеже, без вопросов. Окей, у меня все, спасибо. Олег, еще вопросы есть? Спасибо. Нет, спасибо. Коллеги, нападающие хоккейного клуба Салават Юлаев, Маркус Краунд. Маркус, please share your emotions about this game. Yeah, it was a good game. Like, obviously, we can beat this team in this building. It's always a good win. And like I said, great 2 points. Хорошая игра, всегда здорово обыграть Сибирь. У нее дома здорово подработали 2 очка. Коллеги, ваш вопрос. Добрый вечер. Азамат Шелуков, медиакарсеть. Маркус, вы 3 матча подряд забиваете с Хартиканином буквально одинаковый гол, когда он делает диагональную передачу. Можете прокомментировать эти шайбы? Как вы их придумали? Долго ли отрабатывали? Или это импровизация была? Хартиканин is a great passer and he always plays his head high so he can see that game and obviously Manin in the center he's working a lot and that's how we're getting more space for us. Да, Хартиканян отличный пасующий игрок, у него всегда поднятый голова, он всегда видит свободного игрока, также Манин здорово отрабатывает, поэтому получается больше пространства. Подряд 2 матча Салават мало атакует в третьих периодах. 2 матча подряд по 4 броска в створ. Но на сервис выиграть удалось. И есть мнение, что предыдущий матч с автомобилистом вы обязаны были выиграть, и игроки об этом говорили. Вот что удалось улучшить сегодня по сравнению с игрой против автомобилиста? Согласны ли вы, что в тот раз буквально сами победу отдали? Yeah, obviously in the last game against Auto, like, we kind of gave them the game and that was one of the big things today that we're going to play all 60 minutes and I think we did that great today. Да, конечно, автомобилисты проиграли, потому что все-таки в третьих периоде отдали игру, а сегодня здорово то, что мы сыграли все 60 минут. Можете поделиться ожиданиями перед матчем с Магниткой? Это довольно сильный соперник, который еще очень рядом в турнирной таблице. Во-первых, смотрите ли вы в таблицу, во-вторых, ожидания от игры, и в-третьих, это будет особый матч, там стоит благотворительная акция «Мешкопад». Что думаете вообще об этом? Есть ли у вас опыт участия в подобных мероприятиях? Это, конечно, мишки в этот, на этот раз не полетят на лед. Спасибо. No, I haven't been in
games like that before, but yeah, it's going to be a big game. And obviously, it's the last game for the New Year break or whatever, and obviously it's a big game, and we need 2 points in that game. Да, это будет классная игра, хороший соперник. Нам нужно будет зарабатывать 2 очка в этой игре. Что касается акций, которые вы упомянули, у Маркса опыта подобных акциях нет. Коллеги, есть ли еще вопрос? Нет, thank you, Max. Thank you. И сейчас у нас нападающие какие на клубе Сибирь. Микаэль Рохома. Okay. So, please share your emotions about this game. What do you think? Well, I feel bad. We lost. That's it. Самое негативное впечатление команда сегодня проиграла. Коллеги, вопрос. Коллеги, вопросы ждем от вас. Пока у нас коллеги, Микаэль, so, but what do you think nice it was? What didn't go well tonight? Simply, I don't have the answers. I don't know why we lost. Да, Микаэль, не знаю, почему мы совсем проиграли. Нет, Максим, вопрос. Микаэль, здравствуйте. В последних матчах с трибун складывается, вот глядя с трибун на вашу игру, складывается впечатление, что вы немножко передерживаете шайбу, слишком долго ее держите и нарушивает взаимопонимание в тройке. Вы согласны с этим или нет? Well, it's somebody's opinion. I don't know. I try to create chances and I feel like I still create chances, so I don't know. Да, но есть такое, есть такое мнение есть, но Микаэль считает, что он по-прежнему создает моменты и играет. Микаэль, как вы оцените психологическое состояние команды после этого поражения? Все-таки оно серьезно осложнило команде борьбу за путевку в плей-офф. I don't feel any difference. Никакой разницы в психологической обстановке нет. Еще будут? Нет, просто. Thank you, Микаэль. Коллеги, Петр Кутяков, нападающий. Всем здравствуйте. Ну, ваши впечатления? Ну, сам главный выиграли. Победа. Хорошо сыграли в меньшинстве, большинстве забили. В принципе, все. Коллеги, ваши вопросы? Добрый вечер. Азамат Шелуков, Митя Корсеть. 2 матча подряд Салават очень мало атакует в третьих периодах, по 4 броска в створ. Не считаете ли вы, что иногда Салават слишком пассивен? Ну, блин, сложно. Сложно сказать, но мы выиграли. Это самое главное. Вам не удается 17 октября забросить. Понятно, что не этого от вас ждут в первую очередь, но все-таки, как считаете, чего не получается? И считаете ли вы, что это проблема для команды, что россияне мало забрасывают? Ну, знаете, самый главный результат команды. Неважно, кто там забивает. Значительно более четко сегодня играли юлаевцы по сравнению с игрой, опять же, в Екатеринбурге. Гораздо лучше проходили среднюю зону и так далее. Был ли какой-то разговор, может быть, насчет того, что нельзя так играть, как было в Екатеринбурге, и поэтому сегодня вы мобилизовались? Ну, в Екатеринбурге мы просто не доиграли матч, не сыграли так, как нужно, там, все 60 минут. А сегодня мы просто сыграли всю игру, как нужно. То есть каких-то принципиальных изменений не было, просто следовали плану? Ну да, все по плану. Начался минувшей ночью молодежь чемпионат мира. Вы когда-то тоже играли на МЧМ. Следите ли за тем, как играют одноклубники там? Может быть, общаетесь с ними на этот счет? Нет, еще даже не общались, не разговаривали. Я знаю, что они выиграли. Амиров еще передачу сделал. Красавец, поздравляю. Ладно, спасибо. Коллеги, еще вопросы? По игре. Еще вопросы есть, коллеги? Если нет, то спасибо большое. Спасибо. До свидания.